Ты мужик. Остальное фигня. Александр Сергеевич Пушкин. Я главное понять не могу, почему стоит неровно. Ну, бывает, что не получилось. Молодой человек, это мое место. Вообще-то это мое место. Простите, пожалуйста, вот скажите, ведь это все зал порнографии? Ребята, там в туалете бумага кончилась. Дайте что-нибудь, блин, вообще не могу. Алло, возьми прошлогодний отчет. Все равно нафиг никому не нужен. Черт, можно, да? Бери. Спасибо, ребят. Ай, блин. При срабатывании пожарной сигнализации. И что мы видим, товарищи сотрудники? Только Семенов во время пожара подумал в первую очередь о документах, а не о своей, извините, заднице. Так я... Молодец! Замерзли просто. Холодно на улице. Звон. Ну что ты все сидишь, а? Коплю. Блин, да это все. С каждым такое может случиться. Ну. Но если расстраиваться, еще хуже будет. Я главное понять не могу, почему стоит неровно. Никогда у меня раньше такого не было. Ну и ладно. Зато ведь стоит. А меня это устраивает. Если дальше так пойдет, так скоро вообще... Ну, не заморачивайся, я тебя прошу, а? Ну, расслабься. Расслабься. А давай тебе коньячку налью, а? Нет, от него только хуже будет. А давай мы еще разок попробуем, а? Я уверена, вот сейчас точно все получится. Вот уверена, а? Ну, погоди, собраться надо. А я тебе помогу, я тебе помогу. Ну. Ну,
главное, шкаф новый. Собран по схеме. Стоит неровно. Наклоняй давай. Как же хорошо. Простите, вас как зовут? Аня. А, так вот, Анечка, как же хорошо, что Дед Мороз все-таки существует. Ну, только когда он проснется, я думаю, что тебе не поздоровится. Элиста! Всем! Да! Я хочу пойти прямо сейчас заняться с тобой сексом. Ты, наверное, устала. Простите, пожалуйста, вот скажите, ведь это все зал порнографии? Чуть не опоздал. Молодой человек, это мое место. Вообще-то это мое место. Молодой человек, смотрите. Это не ваше место. Вы хотите пересесть. Вам здесь неудобно. Мне здесь неудобно. Я хочу пересесть. Это не мое место. Так, девочки, подходим. Сдаем заработанное за вечер. Катенька. Викусечка. Эх, Юлька, Юлька. Виктория Александровна, вы наш бухгалтер. Вам не обязательно сдавать заработанное за вечер в таком виде. Ну, а чего же нет, а? Я не хочу отрываться от нашего коллектива. Тебе не верю. Ты что ж ты за человек-то такое? Так, слушай, не веришь мне? Иди, иди у него профессионала спроси. И спрошу. Иди, иди, спроси. И спрошу. А, простите, пожалуйста, вот скажите, ведь это все зал порнографии?
Женщина, да вы что? Это величайшее произведение культуры. Что? Величайшей культуры. Вот! А я тебе что говорил? Ты все заладила. Журналы с порнухой, журналы с порнухой. Это не журналы с порнухой. Это журналы величайшей культуры ты у меня нашла. Потому что я требую немедленно мне вернуть их. И впредь не мешать мне приобщаться к величайшей культуре. Понятно? Ты еще что? Я тут на днях... диски принесу. С уроками немецкого. Ну, только попробуй мне что-нибудь сказать. Вот только попробуй. Иди давай. Темнота. С кем приходится жить, а? Простите, а вы не меня ждете? Если вы Дмитрий, то да. А вы Анна? Я Анна. Вы Дмитрий. Да? А вы точно Анна? Да, я точно Анна. А на сайте знакомства выглядели по-другому? Да. Подождите. Берем сюда, сюда. Сейчас. Узнаю. Точно Анна. А я тут стесняюсь весь. Слушайте, а давайте с вами дерябню по случаю нашего знакомства. Официант! Я адепт третьей степени. Ты слышишь только мой голос. Не отрывай свой взгляд, концентрируйся. Твои руки расслабляются, ты расслабляешься. Теперь повторяй за мной. Я хочу пойти и прямо сейчас заняться с тобой сексом. Повторяю, ты хочешь пойти и прямо сейчас заняться со мной сексом. Да пошел ты, адепт хрена. Хорошо, попробуем. Так. Ты слышишь только мой голос. Это золотая цепочка и золотой кулон.
тебе в подарок. Повторяю, золотой кулон тебе в подарок. Теперь сконцентрируйся и говори: я хочу пойти и заняться с тобой сексом. Я хочу пойти прямо сейчас заняться с тобой сексом. Отлично. Я всегда знал, что магия — это мое. Пошли! Да успокойся ты уже, пойдем. Куда? Я же говорю, настоящее немецкое качество. Понимаете, ну, чтобы, ну, это было, а детей не было. Где доказательства? Простите, пожалуйста, а какая у вас плита самая хорошая? Самая хорошая? Самая хорошая вот это. Настоящее немецкое качество. Немецкое? А можно? Да, конечно, конечно. Я же говорю, настоящее немецкое качество. По-моему, там немцы. Какие немцы? Вы что? Правда, немцы. Вы чего? Фрау Линда! Guten Tag! Здрасте! О, сэр, гуд! Я-я! Не маха, фрау Линда, фрау Линда! О, сэр, что вам, молодой человек? Здрасте. Дайте мне это. Что это? Ну, понимаете, ну, чтобы, ну, это было, а детей не было. А, это? Вот молодежь. Любите вы загадками разговаривать. Это. Да, в этом деле дети никак не нужны. Да. Вот, билеты детям на каникулы к бабушке. Обалденное средство. Нам с женой всегда помогает. А. Я вчера у вас машину забирал. Ну? Ну, там все нормально. Из-под капота воняет что-то непонятное. Посмотри, а. Из-под капота, говорите? Ну. Ага. Вот, слышь, чувствуешь? Ага. Вот. Макс! Обед. Вот. Ну, что там? Все нормально, можете ехать. Так а что было-то? Да так, технические нюансы, не берите в голову. Ерунда. Придурки, блин. Чтобы еще раз в этот сервис приехал.
Ну что, Макс, идем есть. Идем, идем. Сейчас картошечка подъедет. Тихо, тихо, тихо. Что случилось? Кто умер? Что, комиссия из Минздрава? Нет, Федор Петрович, ваша жена опять вам изменяет. С нашим рентгенологом. Причем на рабочем месте. Вам что, больше заняться нечем? Что вы все на мою жену наговариваете? Где доказательства? Черт! Это же ее перелом! Узнаю! Гадюка! Убью! Ну, не расстраивайся. Ну, бывает, что не получилось. Ты, наверное, устал? Да, устал. И обстановка непривычная. Непривычная. Все оказались такие разные. Разные. В следующий раз меня начнем. С вас расписка, что моя жена об этом никогда не узнает. Ну что, это даже не обсуждается. Ты сегодня просто маньяк ненасытный. Гениально. Скажите, а почему мы в нашем колл-центре по оптовым продажам древесины все ходим голые?